Всем привет, с вами я Гоп и Марк. Сегодня мы поиграем в бабку Гренни. Да, все знают эту игру прекрасную. Только мы будем в нее играть в Роблоксе. Так, вот так вот, вот такая вот фишечка. Вот так вот я сделаю всегда. Скрудрайвер. Или же мастер-ключ. Мастер-ключ, наверное. Только непонятно, почему мастер-ключ не работает. А же вроде бы правильно все делаю. Она не хочет. Она какой-то звук, наверное, услышала. Задалека. Кроссбоу. А, аму 0, да? Патронов нету, да? Значит, мы тогда выбрасываем. Берем молоточек. Не знаю, зачем молоток. Здесь должен быть. Бабка, ты куда смотришь? Можно я тебе молотком по лбу дам один раз? Нет? Жаль. Хотелось бы. Так. Первое видео у меня не получилось, потому что мне позвонил друг. И все. Это конец жизни был. Некоторые предметы такие маленькие, что их сложно брать. Ну, прям вообще сложно. Ребят, посмотрите, какая страшная машина. Боже мой. Как вы думаете, вы вот на таком хотели уехать? Или же нет? Saint Left Arm. Я вроде бы... Я не помню, где... Эта штука. Она вроде бы где-то есть. Где-то есть. 100% помню. О, кстати, здесь спрятаться. Нет, здесь нельзя спрятаться. Я думала, здесь можно спрятаться. Нет, не сильно. О, кого-то убили. Она начала работать, бабка. Ай! Меня коснули. Ладно, ждем следующего раунда. Так, я решил померить какие-то предметы. Давайте, наверное, рога купим. Глаза купил. И одежду. А, одежду я уже не могу. Понятно. Выходим. Инвентарь. Бита есть. Вот такая. Но я экипировал вот это. Демон глаза. И вот это. Все. В принципе... Можно играть. Под вокал надо. Окей, еще играть под вокал. Куда? Нет, зачем? Подожди, нет, не надо. Не надо. Не надо, дядя. Зачем? Почему, для чего и зачем? И... Покачему, короче. Так, ребят. Оп. Ладно, я не могу залезть. Что это шелестело там? О! Лом! Для чего лом? Здесь ничего. Здесь какая-то дыра огромная. Для чего эта дыра? Интересно. Так, здесь что? А, точно, здесь подлог Кэу надо. Подлог Кэу. Так, здесь не хочу ходить. О, что наверху? А наверху дом уже начинается. Я на этой карте, кстати, в первый раз. Интересно, что это за карта. Щит, Кэл. Ну, это щит.
Ой, я, наверное, пойду. Простите. Она идет. Тихо, здесь ничего. Я не хочу падать. Я упал. Подлокел. Пока. Фух. Ничего. Ничего. А, матчес. Какой-то матчес. Ладно, мне там надо было где-то подлокел использовать. Только где? Я уже забыла, если честно. Тут еще что-то. Монета? О, я могу взять монету. Здесь ничего. Здесь, по-моему, бабка ходила, наверное, нет. Вот и мой лом. Значит, бабка где-то рядом. Не рядом прям, что уж вообще рядом. Но где-то рядом, ребят. Где-то рядом. Бабка. О, а, я не увидел. Открывай. В подвал. Блин. В подвале еще хуже. Я помню, вот, где-то тут. Под окел, вот, под окел. Почему нельзя? Генератор какая-то штука. Короче, какая-то штука из генератора. Я так понял. Тварь пишет, давай, чтобы это... Так. Немедленно обмахнули ядерной бахарки. Так, где же надо вот эта штука? Куда ее использовать? А, вот, сюда. Ticket control. Ticket, короче, какой-то надо здесь. А какой ticket? У меня нету никакого ticket-а. Ticket. Так для чего вот эта штука? Как она называется? Generator cable. Кабель. Короче, это кабель от генератора, я так понял. Да? Я правильно понял? Нет, да, нет. Да, нет. О, да какая-то ненужная штука. Больше куда-то сюда. Пускай здесь лежит. Да, ну не нужна. Нет. Идем наверх. И тут бабка Гренни. Нет. Кроубар. По лестнице. О. Отлично, я забираюсь по лестницам таким. А, это крыша, я на крыше. Кто это? Плохо видно. А, это ворона. Это ворона. О, господи, он меня... Нифига себе, его поймали? Его поймали, оказывается. Забирай, беги. А, зачем мне ключ этот, если у меня... Если кто-то уже забрал.
оружие. Если кто не знал, то weapon kill — это ключ от оружия. Это ключ от оружия. Кто не знал, ну, просто чтобы знали. Если кто очень плохо учит, ну, английский. Так. Фу, как вы помните, в Sonic Chase, в прошлом моем видео, мы играли это вот. И как сегодня 101 подписчиков, даже не 100, а просто 101, я засниму больше видео. Это сейчас второе, третье, четвертое. Еще два видео будет. Надеюсь, вам понравится такое видео. Пожалуйста. Так. О. А, мне показалось, что там что-то лежит. Так, где-то кто-то что-то разминирует. Я слышу. Или же кто-то что-то поставил. А, это бабка Гренни, наверное, поставила. Или же кто-то попался. Под капкан. Так, на крыше нечего делать. Ну, реально, нечего просто. О, вон бабка. Затроллили бабку. Затроллили бабку. Лол. Я затроллил бабку. Боже, я затроллил бабку, я не верю. Я на столе просто стоял. Пока у него там перезарядка. Бабка, а если я уйду просто? Я закрою дверь. Блин, там, по-моему, нужна штука нам. Надо. Да? Фу, я... А? Откуда вы, она здесь? Скажите мне. Можно я что-то возьму и уже уйду? Почему их два? Кто-то вышел? Где? Как, почему и зачем? Где? Смотри, футболочку куда здесь. Где? Ну, как? Сильно... Где сбежали? Где там сзади? Где-то сбежали, походу. Где-то сбежали. Так. 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 Тихо. Аккуратнее. Так. Все хорошо пока что. Где-то выход. Где-то открылся выход. Кто-то сбежал. Ну как? Шунган. Я заберу. Так, я за девочкой какой-то. С котиками. Так. Что, где выход? Я первый раз на этой карте. Где выход? Вообще не понимаю, где выход. Все, разминировали быстро. Быстро. Так. Ту-ту-ту-ту-ту. Блин, а где? Как? Где выход? Калитка. Какая-то калитка. А я могу сбежать? С калитки. Ключ надо? Или просто заперто? Что делать? Где? Кто-то уже сбежал, я уже уверен, что их два не просто так.
Так, ладно, я, ребят, думаю, что мы на этом заканчиваем. Всем удачи, всем пока-пока.